Так, матч на 21 января. Матч Витязь Авангард. Витязь Авангард. Здесь я поставил на штрафное время. Штрафное время 15 минут, 1:65. По минималке там идет, потому что они очень много удаляются. Ну и с другой стороны, не знаю же, вдруг матч штраф дадут или там два двойных удаления тоже. Не угадаешь, можно сказать. И на тотал нет, я не стал здесь на голы ставить вообще, только на штрафное время. Значит, и 17 минут штрафного времени, значит, 2:14 коэффициент. Вот, на ваш взгляд, смотрите сами, я вот чисто свое мнение высказываю. Думаю, на 14:05 вполне реально будет на штрафные минуты поставить. Удачи всем. Всего доброго. До свидания.